Привет, мои котятки. Мы сегодня целый день провтыкали дома. И вот только вышли на прогулку. И что значит, что я 100 лет не ездила на автобусе. Села на автобус и не знала то, что он поменял рейс. И что он теперь едет не в Касино, а в Кожухово, собака такая. Ну, благо, это недалеко. Поэтому тормознула. Водитель видел прекрасно, что я с коляской и что нужно ближе подъехать к бордюру. Но что он сделал? Он сделал такой промежуток, что там фиг подъедешь. Ой, будь здорова, Гуняш. Вот правду говорю. Короче, еще так на меня посмотрел, как будто я враг народа. Я ему, конечно, пару ласковых тоже сказала.